Всем привет, Кент на проводе, и это очередная серия по выживанию Minecraft Pocket Edition 13.0. Вы очень долго ждали и часто меня просили в комментариях, чтобы я его отснял, и настал тот момент, когда Кент взял себя в руки, да-да, в прямом смысле взял себя в руки, посадил за стул и сказал: «Кент, пора записывать выживание». Ну, пора так пора, и как вы знаете, к выживанию я всегда тщательно готовлюсь. И этот раз не исключение. Ой, это нам не надо. В данной серии я хочу вам показать кое-что необычное. Как думаете, что это? Смотрите, сколько там разных табличек. Давайте подойдем поближе. Ай, блин, чуть не упал. Ну, я, в принципе, упал, но если бы я упал на дерево, было бы больно. Так, внимательно читаем. Стена подсчета, ребята! На данной стене мои самые активные подписчики. И если вас тут нет, то бегом ставьте лайки, пишите комментарии. И возможно уже в следующей серии, вот где-то тут, или тут, или тут, появитесь именно вы. Ну что, начнем. Гиперкрафтинг, Игорь Чиликин, Котейка, Акиновый мир, да-да, я его помню, он мне карту делал. Свелий Долгушин, Максим Максимов, Матвей Седов, Айншот, Эпик Чейсер, Пиранья, Кристина Бондаренко, да-да, это девочка, приятно ее видеть на моем канале, Мануэл Маньякин, Муск 232112, данный парень постоянно у меня пиарился в комментариях, я ему пишу: ну не пиарься, пожалуйста, по-братски. Он такой: ну окей, не проблема, не буду пиариться. Приятно, что с первого раза понял, кто тут главный, ну вообще дела. Так, продолжаем. Мистер Позитиво, от него больше всех комментариев было. Манвел, так это было, Мистер Форд. Обожаю этого парня, постоянно мне под каждым видео пишет лайк. Лойс, Братюня, держи мою пятюню. Коля, Саня Барбаренко. Так, Эпик Чейсер, Пиранья. Так, ага, еще мы пропустили одного замечательного парня. Глеб Филиппович тоже очень часто мне оставляет положительные комментарии. Ну, как видите, стена вышла довольно-таки неплохой. По бокам я поставил редстоун блоки. Тут заборчик. Но я считаю, что ее надо как-то украсить. Я хотел бы сделать что-то наподобие красной дорожки, но в связи с тем, что красной шерсти у меня нету, я сделаю белую дорожку. Это немного странновато. Но это же канал Кента, ребята. На канале Кента чего вы только не увидите. Белая дорожка будет из ковриков. Ну, 12 ковриков нам хватит. Еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы я, вот, чтобы я написал ваше имя и фамилию тут, а или ваш просто никнейм с Ютуба, то бегом ставьте лайки, пишите комментарии и проявляйте активность, что-то спрашивайте, что-то пишите, что-то советуйте. Я очень ценю это, когда мои подписчики мне что-то пишут положительное, и меня это очень всегда радует, поднимает мне настроение, мотивирует меня дальше снимать ролики. Ну, вышло у нас довольно-таки неплохо, но хотелось бы еще как-то преобразовать мою стену почета. Так, это что? А, это снег от моих снеговиков. Как же давно я не заходил в это выживание. Так, что у нас еще есть? Ну, алмазные блоки я тратить не буду. Ну, потому что мне как бы жалко. Это мой единственный алмазный блок. Так, не подходи, дружище. Даже не рассчитывай. Твою имя и фамилию я сюда не напишу. Твой никейм тут и не будет висеть. Тут только мои подписчики, поэтому давай проваливай. Не, ну хотя, если ты мой подписчик, то я могу, в принципе, и твою имя и фамилию написать. Ну что, интересует или нет? Нет. Ну окей, тогда давай, до свидания. О, смотрите, волк! В следующей серии я буду приручивать волка. Да-да-да, немного спойлерю. Офигеть, да там же еще и оцелот. Его можно рыбой приручить. Так, нашу тыкву я поставлю куда-то повыше. Но чтобы ее поставить, мне надо забраться. Я буду чередовать, через один блок буду ставить. Еще. Эх, не дотягиваюсь. Такие ступеньки.
Ну, я вам скажу, что уже неплохо смотрится. Надо еще куда-то эту белую шерсть приделать, и было бы вообще отлично. Напоминаю, что ваши ачивки вы можете писать мне в комментарии. Если они мне понравятся, то есть в следующей серии я буду приручивать волка, а вот через следующую серию вы можете писать ваши предложения. И, конечно же, я их учту. Ой, ну вообще, мамин щемпотяга, папин бродяга. Мне нужны лестницы, у меня возникла небольшая идея, для реализации которой мне нужны всего лишь самые простые лестницы. Так, ну, две лестницы мне будет маловато. А, хотя у меня есть палки. Палки самое то. Так, ништяк, 8 лестниц мне уже наверняка хватит. Офигеть, да я голодаю, я не могу уже бегать на спринте. Ну, окей. Так, одна сторона готова, идемте на противоположную сторону. И там сделаем аналогично. Для нас это не проблема. У меня прям такое хорошее настроение появилось. Думаю, надо почаще записывать выживание. Надеюсь, что вы его оцените лайком. То есть, если будет большое количество лайков, я пойму, что это выживание нравится вам. И я буду его снимать гораздо чаще. Потому что где я только не спрошу, что снимать. Вы постоянно отвечаете, прохождение карт, прохождение карт. Ребята, обычное выживание, что, никто не любит? А ну, давайте по-быстрому лайк поставили. Потому что, насколько я знаю, подписчики делятся на три типа. Первые, это которые просто смотрят. Вторые, это которые всегда ставят лайк. И третьи, это которые поставят лайк только если я их хорошо попрошу. Так вот, ребята, я вас очень хорошо прошу, поставьте лайк по-братски. И тогда будет выживание гораздо больше. Также, ребята, делаем репост данного видео. Возможно, помимо вашего имени, тут будет еще имя вашего друга или вашего одноклассника. Поэтому делайте репост, показывайте данное видео друзьям, пусть они тоже комментируют, участвуют. Ну, все дела, вы понимаете. Я думаю, что настало самое время, чтобы собрать урожай. И, в принципе, на этом можно заканчивать мою серию. Упс. Жалко, мотыги нету. Ну а зачем мне мотыга, если я сюда хожу раз в год? И так неплохо, что я сюда вообще пришел. В принципе, данная ферма неплохая, но я ожидал, что от нее будет больше профита. Но что имеем, то имеем. Даренному коню зубы не смотрят. Ну хотя я ее сам посадил, поэтому можно считать, что я сам себе подарил ее. О нет, уже темнеет, мне страшно. Ночью желательно не ходить. Не, конечно, можно ходить, но это если только в магазин, по пельмешке, ну, понимаете. Ставьте лайк, кто любит пельмени, Наполеон, Оливье и кто ждет Нового года. Ну, я думаю, что Нового года ждут все, поэтому лайков будет много. Мне просто интересно, кто-то вообще будет смотреть данную рубрику. Мне кажется, что всем интересно только там моды и прохождение карт. Но я надеюсь, что это тоже вам будет интересно. В общем, ребята, на этом я буду заканчивать мою пилотную серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии теперь гораздо чаще, вступайте в группу ВК, делитесь данным видео. С вами был Кент, всем пока!